синий угол октагона, встречайте бойца Максима Рахимова. Сегодня, в этот год, мне 55 лет, как я в «Динамо». Значит, начиная с юного «Динамовца», поэтому я прошел вот такой путь. 100 лет «Динамо», а я 55 из них в «Динамо». Смешанные боевые искусства влюбили в себя даже вице-чемпиона мира по легкой атлетике Дениса Кудрявцева. До такой степени, что он стал один из организаторов юбилейного фестиваля единоборств. В единоборство я пришел благодаря своим друзьям, это Роману Мухаметшину и Василию Подоляку. Они меня позвали в свою команду, и я как бы к ним присоединился. Вот. Поэтому сейчас работаем вместе, развиваем спорт и единоборство, в частности, в регионе, и собираемся как бы продолжать это делать. В этом турнире я готов был бесплатно подраться. Да, и, конечно, приятно в такую дату значимого столетия «Динамо». Мне очень приятно было здесь подраться. Как говорит мой тренер Роман Мухаметшин, в начале своего пути ты не должен бегать за деньгами, ты не должен считать их, ты должен показать, чего ты стоишь на первоначальном этапе. Деньги и слава, это неизбежно потом уже придет. Честно сказать, в начале карьеры нет. Нужно просто перетерпеть, и тогда уже будет, так скажем, приход. То есть сейчас он есть? Ну, можно так сказать. Ребята, те, что, так скажем, интересы нашей страны отстаивают, у них там не все так хорошо, как у нас, я в этом уверен. Поэтому я искренне хотел бы дать вот такую поддержку им. Пускай гонорары не сильно высокие, но мы все равно гонимся не за финансами, а за опытом, за регалиями, сделать имя спортивное. Поэтому финансы мы не думаем о них, откладываем на последний момент. Грамотно болеть. Конечно.